На судоремонтном заводе в лайском доке тушили пожар. Сигнал о возгорании поступил накануне вечером в районе 9 часов. Огонь возник в сухом доке в носовой части судна-банкировщика. К моменту прибытия первых пожарных расчетов оттуда шел густой дым. Несмотря на сложную планировку и сильное задымление, огнеборцам вскоре удалось обнаружить очаг возгорания. Через несколько минут пожар был потушен. Это судно находится на ремонте уже год. Накануне в носовой части с наружной стороны проводились сварочные работы. Вероятные искры попали под обшивку корпуса, деревянные детали начали тлеть, а затем возник пожар. Ущерб от возгорания незначительный.